Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый проект по заработку криптомонеты Tron, называется TRX Tron Bet. Это инвестиционный проект, а все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Не забываем об этом, друзья. Я лишь делюсь с вами информацией, где я работаю, где я зарабатываю. Ну, а так, как говорится, дело хозяйское, надо вам проект или нет. Но прежде чем начать, хочу сделать маленькое такое заявление, друзья. Уважаемые мои подписчики, уважаемые друзья, коллеги по бизнесу, я сделала канал, завела, как бы зарегистрировалась на Яндекс.Дзен. Во всех новостях говорят, что YouTube могут заблокировать, ну и все такое, знаете. Ну вот я создала Яндекс.Дзен. Вот, и я просто пока дублирую сюда видео с YouTube. Заливаю на YouTube, ну и параллельно в Яндекс.Дзен. Я есть также на Рутубе. Ну, друзья, Рутуб, он такой недолугий. У меня здесь 4 видео. В общем, я здесь вообще ничего не понимаю. Есть просмотры. Вот одна подписка. Я подписалась на 2 канала. Вот. И у меня одна подписка. Это значит, у меня кто-то подписался, один человек. В общем, вот здесь вообще полный финиш. В общем, здесь на Яндекс.Дзене мне как-то более нравится. Он более адекватен такой. У меня 20 подписчиков, аудитория 9. Вот как-то так. Если хотите, друзья, подписывайтесь. Мало ли что с Ютубом. Ну, не хотите, это уже, знаете, как я всегда говорю, дело хозяйское. Вот, ну, чтобы не теряться. А так, будем надеяться, что с Ютубом все будет в порядке. Посмотрим, как здесь пойдут дела, как бы, обстоятельства. Ну, давайте вернемся к проекту. Регистрация наипростейшая по мобильному телефону. Цифры, похожие на мобильный телефон. Не принципиально, чтобы был номер. Прописываем пароль, повтор пароля. Invite код. Сюда цифровая капча. Нажимаем зарегистрироваться. Вход по мобильному телефону, типа того, и паролю. Кликаем войти. У нас выпадает такая памятка, окошко. И здесь как бы... Что нам говорят? Есть и телеграм-группа, и телеграм-канал, что-то такое. Инвестиционные планы. Ну и все такое. Это можно ознакомиться. Минимальный депозит сюда, как всегда, 5 трон. От 5 трон. Значит, депозит, вывод, поделиться вкладочка, команда, мобильное приложение, выход. Я сразу сделаю депозит. Так как депозит обрабатывается, они пишут от 5 до 10 минут, типа того. Трансфер до базик я выбираю. И мне выпадает адрес кошелька, куда я могу переводить монеты. Должна перевести. И QR-код. Это, наверное, для мобильных приложений. Иду в кошелек. Кликаю Send. Вставляю адрес. Прописываю сумму. На пробу закину 10 монет. Подтверждаю. И проверяю. Вот у меня 10 монеток отправлены. И вот сюда кликаю о том, что я сделала депозит. Значит, по трейдингу
плюс 10% с майнера будет как цене с депозита по инвесту. Здесь пока ничего нет. Инвест, лист, это что у нас? Ничего нет. Вкладочка share, поделиться. Находится реферальная ссылочка. Ну и майн, мой кабинет. Монетки моей прибыли. Бонус. Ну это как бы вычислительная мощность. 20 тысяч монет. Вот этих 3x. Ну и плюс 10 мои монеты уже поступили на депозит. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Здесь моя команда, 3 уровня, партнерская программа. Далее профит лист. Вот 20 тысяч и мой депозит 10 тысяч. Ой, господи, 10 монет. О, загнуло. Трансфер то базик. Можно переводить с промо-аккаунта на базик-аккаунт, тем самым увеличивать доход. Вкладочка поделиться, как я вам уже говорила. Кликаем, ссылочка автоматически копируется. И уведомления, новости, то есть... Я вам сказала то, что проект свежий, и я ориентируюсь по этим уведомлениям, когда проект стартовал. Здесь последнее сообщение 28.03, то есть вчера. Кликаем. И здесь что у нас? Переведем на русский. Значит, юридический документ. Можно кликнуть. Ознакомиться. Официальная группа в Telegram, также можно кликнуть. Служба поддержки Telegram и WhatsApp. А далее тут перечисляются инвестиционные планы. Как бы так. Вот, ну и все. Это можно присоединиться. Далее, что вот это мобильное приложение, кто работает с телефона. Здесь изменить пароль, security пароль. Ну и все. Давайте теперь проверим его на вывод. У меня на балансе 0.80 монет. Я могу их вывести. Естественно, иду. Копирую адрес. Ноль. Восемь. Точка. И вставляю адрес. Пароль у меня прописан. Кликаю вывод. Так, теперь идем в кошелек. Обновляю страничку. И, пожалуйста, плюс 0.8 монет прибыло. Кошелек платит на данный момент, все замечательно. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!